Так, уже все готово. Окей. Сейчас идут приготовления. Грибобас подкидывает еще дров. Сейчас подкину дров. Чайник вскипятить. Потом надо будет дров побольше подкинуть, чтобы это уже будем картошку запекать. Ага, хорошо. Вот. Присаживайся, я посмотрю, как ты в кадре смотришься. Давай. В рост, как видно тебя, нет? Ага, все видать нормально. Нормально все видать, да? Ага, избушку видать, все видно нормально. Сейчас подкину дров. Ай! Что мне? Ой. Ух ты! Ты камеру загораждаешься. А, понял. Тони. Тони. Масло, да, я сюда уже. Пожалуйста. Тони Грибобас. Будем будет это делать, Джон. Ой. Смотри, взялся. Пойду руки вымою. Так. А он вымой вот в этой-то, в тарелке ты принес. А, слушай, да. Ага. Все правильно. Вроде немножко надо поднять, нет? Кого? Камеру немножко так. Сейчас под руки вытаю, подожди, сейчас я быстренько. Давай, давай. Сейчас я, ты пивайся. Давай вспоминай истории. О, это нет, это сейчас. Скажи нет, да? Долго будет история. Ну а мне тоже что-то рассказывать. Блин, падает тут все. Подними чуть-чуть это. Поближе положи. Поближе положи. Вот так. Ты будешь хлеб с майонезом, нет? С майонезом. Чем это будем долго пить, он не горит по всем, плохо горит. Сейчас, сейчас перекусим немножечко. Ага. Я сбегаю, там что там, там еще елки есть. Ну, ветки есть, там еще. Да вот же веток полно. А ветки, есть, да, да. Да это пока не надо бегать, кушать давай. А, хорошо, понял. Сейчас ага. Молитву прочитаем. Давай. Духа. Отче наш. Отче наш. Жизнь на небесах. Да святится имя Твое. Да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должников нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть, царство, сила и слава, веки аминь. Слава Отцу и Сыну и Святаго Духу, и ныне и присно веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Аминь. Отца, Сына, Святого Духа, аминь. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Сейчас подожди, надо как-то разделить. Не заклеивай это самое-то с мышкой. Как она была. Сейчас уже кушаем. Давай после потом. Ну, когда покушаем, да? Да, да, да. Ага. Опа. Бери ложку что-то. Ага. Ой, оторви вот здесь. Отрывай. Угу. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Вот так, да? Вот посмотри. Угу. Вот, чтобы поровну было, да? Угу. А, не, у тебя вроде побольше. Вот эту отрывай. Угу. Вот так, да? Угу. Вот так. Точно? Да.
мягкая, да? Угу. И вкусно, между прочим. Ну, неужели как манили все у тебя? У тебя тоже усы в майонезе. Угу. Угу. Бумагу на туалетную, чтобы убираться. Все, принесу. Вот, Джон, пожалуйста. Только большой. Сюда положи. Ага. Сейчас, ребята, руку чтобы это вытереть потом. Как это? Ой. Что там, полно этого брусничного листа? Много? Много. Там все, там много. Подравнивать усы уже. Ага. Это сейчас на усы лезет. Ага. А вот сюда кидай. Угу. Сюда. Такая мягкая, да, печеночка? Угу. Угу. А тебе какая лучше нравится печенка? Говяжья или свиная? Мне без разницы. Мне нужно говяжья. Ну ты говори туда, чтобы не слышно. Мне нужна говяжья печенка. Мне можно нравится мне. Я что-то уже забыл. Я тоже уже давно это говяжье не ел. И свиную не ел давно. А какая что-то какая-то? Это. Куриная печенка. А-а-а. Что, замерзаешь, да? Угу. У меня кожа маленькая уже слушается, смотри, морщинится как-то. Ну, спасибо. Ага. Я поел уже. Молодец. Сейчас займусь чайником. Давай. Надо побольше, чтобы костер развести. Ну, пока истории ничего не рассказали, я не знаю, что-то надо подумать, может, что-то расскажем.
Жир пролил тебе я. Что сделал? Жир пролил, так что потекло у меня сейчас. Это текло по усам, в рот не попало. Да. Ты, грибобас, хорошо прожевываешь, чтобы все хорошо усваивалось. Покажи, как у тебя по усам все течет. И чмоки, чмоки. Чмоки, чмоки, покажешь, нет? Да ладно, не буду тебя отвлекать. Я-то, видишь, как быстренько отстрелялся. Все уже съел. Ну, в принципе, ты тоже уже почти все съел. Немного тут навел порядочек. Посуду вот так сложил. Вверх ногами, чтобы туда этот вода не затекала. И мышки, чтобы туда не какали. Так, чай готов. Грибобас в ожидании. У грибобаса что-то у тебя руки мерзнут. Ты, может, перчатки оденешь, как я? А я одевал перчатки. И все равно мерзнут? Нет. Нет, я что-то снимал зачем-то. Так, минут 5-10. И вот... Ну, грей, вон. Жгем костер. А полю себе этот, волосы. Ага. Ну-ка. Вот будем картошку это запекать. А ты как будешь запекать? Костер как в углях? Где бы я запекать картошку эту? В углях. А. Вот, кстати, вот. Ведро я специально взял туда, сюда в ведро мусор собирать, короче. Понятно, понятно. По территории мусор собирать, а потом сжечь его. Угу. Вот собирали ведьмины волосы, это рукоятки для ножей буду делать. А, вот грибобас вот так столько собрал этого брусничного листа. Угу. Грибобас, поприветствую зрителей. Привет, привет. Сейчас будет чайпитие. Жду и дождусь. Джон, все отличненько. И котер там горит хорошо. Ага. Браво. Ой. У меня этот, ой, день рождения есть. Убери эту ложку, то что-то она грязь там какая. А. Угу. Я же кушал, на стол положил ее. Может, не грязь, я не прилипла к ней. Такой зелененький чай какой-то такой. Ух ты. Спасибо, Джон. А что тебе понравилось больше всего, вот когда мы ездили на юг Удмуртии? Что тебе там понравилось больше всего? Мы когда были, в этом-то были там. А вот рассказывай зрителям. Мы когда были, на машина Семен-то возил-то, как там это называется, деревня-то, Ячкина или как там это? Новопоселенная. А, Новопоселенная. Вот там понравилось мне больше всего. И там такие мужики такие красивые. И больше, знаешь, кто мне понравился? Этот, Миша, парень-то вот этот. Он мне понравился, очень отличный такой. Молодец он. Ты как понять, красивые? Ну как, хорошие такие, добрые. Как-то вот, ну не злые, по крайней мере. Ну никак же, как. Это красивые можно на девушек сказать. А, нет. Хотя, да. В принципе, на мужиков тоже можно сказать. Ну. Вот. Красавцы! Наши с вашими. Ой. Молодцы, короче, да? Да. Занимаются хозяйством, да? Да. У них хозяйство большое. У них корова, бык. Там овцы, по-моему, да? Там у них, по-моему. У тебя, ну, что там более такое? Козы. Насчет коровы не помню. Козы. А, и козы. Поросята. И бык еще у них был. Бычок. А, бычок был, да. Угу. Пей чай. Ага, грибобас. Спасибо большое. Грибобас, пей. Во имя Отца, Сына, Святого Духа, аминь. Во имя Отца, Сына, Святого Духа, аминь. Прячься, пейте, Джон. Спасибо. Пожалуйста. Огонь горит, сейчас прогорит, будут угольки, и будем запекать картошку.
На улице, конечно, прохладненько. Угу. Ой. Угу. Спасибо. Грибоваз я сходит, собирает этот брусничный лист. И ему въелось в голову, и он сейчас повторяет постоянно. Чмоки, чмоки, чмоки. Чмоки, чмоки, да? Ну-ка скажи, как ты делаешь? Чмоки, чмоки. И мо. Ты откуда, знаешь, откуда это пошло, чмоки, чмоки? Откуда? Где назвали такую штуку? Не, я это видел в комментариях иногда, пишут девушки там, типа это. Ну, может, и молодые люди так тоже пишут, типа это вот. Все, пока, чмоки-чмоки. Ну, типа того, что целую-целую. Ну, понятно, понятно. Ой. И лист твердый, аккуратно. Угу. Иди, прям в глаза дует. Угу. Ветер на нас подул. Ага. Ой. Вот тебе грибовас и чмоки. Чмоки, чмоки получается. Ничего не поделать, Джон. Так оно и есть. Немножко во рту подержишь? Ну и вот водой, ну это чаем запьешь, оно мягко становится. Ага. А ты на лыжах, на беговых ездил на лыжах, катался, нет? Разного 5-6. Мы у меня были учились в ГПТУ, а у нас был преподаватель Белый Федор Федорович. Ну ты туда говоришь, чтобы слышно вот. Было. Мы приходим, а там же было по два урока постоянно было, мы все было по два урока. Мы приходим, он, ребята, вперед. Мы, короче, мы нам выдавали там ботинки, лыжи. Вот, а лыжи такие, тоненькие лыжи такие вот они. Ну, сами так 5, в ширину лыжи такие. Вот, но они, что мне понравилось, они были, вот, короче, я стоял, Джо, смотри. Короче, я стоял, вот так руку поднимал, они были по пороху. Очень большие лыжи. Нет, зрителям не видно. Вот. Я стоял, вот так руку поднимал, мне были по этой самой лыжи. Не видно, не видно. Ну смотри в экран. Ну, я как мне объяснить-то? Короче, я стоял, вот так руку поднимал над собой, и мне лыжи вот так лыжами достигали. Вот. А палки были такие, знаешь, были палки из чего сделаны. Они как-то так. Не железные, а такие как. Вот такие как этот. Дерево есть такое, тоненькое, дерево-то есть. Бамбук, как называть это такое. Ну палки, граммы палки весили. Там не вроде не чувствуется, короче. Вот, и лыжи были хорошие. Еще какая штука? Чтобы лыжи бегали хорошо. Он, знаешь, что делал, короче, какая штука у него была? У него была штука такая большая такая. Ну, например, вот такая штука была, да? Такая толстая. Ну там это не дерево такая, там не знаю, какая штука. И такая пробка. Была... Кто? Пробка. Да. И такая штука была прибита, зелененькая, такая толстенькая. Он лыжи бежит, так вот так, гладишь, так, ну так, гладишь. И лыжи бегали потом, бегали лыжи отлично. Вот. Мне уже понравилось, вот мы занимались только бегом мы занимались. А мы, и, короче, как бегали? Где вот ГПТУ, а там же река, спуск большой. Река Инта. А, Инта, да. Он, короче, спуск, и потом туда, и там вот катались. Там вот трасса была, и там вот катались по этой трассе мы. Бегали. А вы там от ГПТУ в походы ходили, нет? Нет, ни разу. А в школе? Ходили. А в школе мы ходили. Это как было? В 8 классе мы ходили, раз, наверное, 4 мы ходили, это, в избу ходили в лес мы. А у нас же была одна преподаватель по зоологии была. Женщина. Ну, как девушка, ей всего было 27 лет. Она только была после института пришла такая. Молодая такая, высокая. Вот. Не, подожди. 27 лет, да? Ага. Если в 18 она поступила в институт, ей после института года 22-23 должно быть. А, ну где-то так. Вот. Она была молодая, такая, еще она была плохо только в том, что она была в очках. Вот.
Вот и мы с ней ходили, самое, ну, ходили мы в лес. Вот, ну, раз на 4 мы с ней ходили в лес. И было отлично. Мы, помнишь, как-то пошли. Вот, а и какая была сука нехорошенькая. Что я вспомнил, Джон. Мы пошли. А там были ребята у нас такие, короче, они, ну, баловались, короче. И такие там вот, пачка Ту-134, этот, тройка, и где-то еще сигареты были. Курили, короче, баловались. Она увидала и пожаловалась этому. За уши пожаловалась. Кто пришел в класс, выступал. Вот я вспомнил хорошо. Мы тоже ходили. У нас вот тех, в этом, последние классы, 10 и 11. А, и до 10 был классный руководитель Владимир Иванович Меркель. А ты-то его не знаешь. Нет. Мы про говорили много очень. Вот. Сейчас он в Сыктывкаре уже работает, в министерстве. Ух ты! У него что-то там института, наверное, 3 закончено. У него? Да. Молодец! Вот он географию преподавал, потом биологию преподавал. На уроках было очень интересно на Ивонах. На Ивонах, да? Потом я скажу еще, говори. Отлично. Вот мы ходили с ним на Кожим, на первую скалу. Он водил нас. На Кожим? Ну, пацанов водил нас. Вот это да. Угу. Человек 10, может быть, было так вот. Ну так. 12 так. Может так вот. Примерно. Ну, много пацанов было. Палатки брали с собой, вот там. Ну, чисто в поход там. Ну, прийти, поставить палатки, покушать, как бы, ну, и обратно уйти. Понятно. Ну, такой цели, как бы, такой не было. Просто, как бы, прийти на место, там, отдохнуть. Посмотреть Кожим. Красоты природы. Сейчас я. Так, Джон, а ты там на Кожиме был, много раз был на Кожиме ты сам? Ну, я туда ездил, когда это вот мы учились еще. Ну, около 10 раз я был, наверное. Я тоже где-то раз около 10 я там был. Вообще, когда был живой Бобин Игорь. Ну, в те годы мы ездили, тут там харю словили. А потом там это... Ужесточилось этот, как бы, за ловлю хариуса. Ну, хотя и в те годы тоже там нельзя было ловить. Ну, как бы это, ну, как-то спокойнее было все это. А в эти года там вообще, если поймают с этой с рыбой, платить устанешь. Ну там дорого, за одну голову хариуса там тысячами, короче. Одна голова там может так вот 1000, может 500, ну дорого, короче. Ух ты! Там вообще нельзя находиться без путевки. На Кожиме? Ну там этот парк Юга-2. Ну что-то костер плохо горит, да? Ну не горит. Сейчас я займусь им. Давай. В принципе, ты чай попил, да, уже? Заканчиваю уже, да. Все, дорогие друзья, зрители. Чмоки-чмоки. Мо. Вот, посылай чмок. Чмоки-чмоки. Мо. Все, чай мы попили. Спасибо за внимание. Следующая наша... Пока-пока. Слышь? Следующая наша трапеза... Как картошка будет готова. Да. И будет новый чмоки-чмоки. И новый чмоки-чмоки. До свидания. Ой.